практически 2 года своего существования мы стали серебряными призерами чемпионата Кубка Украины, находясь игроками чемпионата второй лиги. Мы путем, скажем так, помощи Федерации волейбола Украины перепрыгнули через первую лигу, оказались в высшей лиге и, показав свое мастерство, теперь участвуем в чемпионате по суперлиге. Соответственно, уровень игроков должен увеличиться, усилиться, мы усиливаемся. Привлекли тренера. Очень приятно осознавать то, что это воспитанник Полтавской школы волейбола. Он полтавчанин, он знает все тонкости полтавской техники, да, Сергей Иванович? Значит, есть у нас игроки из Полтавы, ну и из других регионов. Амбициозные планы клуба, ну, мы пока не ставим быть планы чемпионами Украины, но мы их и не убираем. Ввиду того, что сейчас мы находимся в стадии селекции, подбора игроков, изначально перед чемпионатом руководство поставило план быть в первой пятерке. Чемпионат Украины по суперлиге включает в себя на данный момент 10 команд. И задача стоит быть в первой пятерке элитного дивизиона. Но по селекции, по окончанию подбора игроков, возможно, планы изменятся, понятно, что в высшую сторону. Из амбициозных планов мы создаем команду второй лиги. Это будут школьники или ребята, которые вот-вот заканчивают только закончили школу. Это будет команда второй лиги, где уже есть тренер, есть уже, скажем так, подбор игроков. Эти ребята будут тренироваться, играть в профессиональном чемпионате и, соответственно, смотреть на игроков суперлиги и тянуться к первой команде. Вот такие планы.